Всем моим зрителям доброго дня! Сегодня хочу показать покупочки, какие куплены на базаре. Муж хотел на базар, вот списочек. Огласим сейчас весь список, пока покажу, что купил. Погода, выходил, говорит, из дому, еще дождя не было. А уже в базар зашел или рядом был. Дождь такой, холодина, он даже в зимней куртке был. Ну, не самая такая, знаете, толстая куртка зимняя, но в зимней куртке у нас холодно. Обещают, может, с 15 мая будет потепление, а то холодно и дождь. Но, несмотря на непогоду, все куплено, что заявлено. Сейчас покажу. Огурцы свежие. По 20 гривен уже. Перед праздниками и на праздник были очень дорогие. Уже по 20 гривен. Вот такие среднего размера огурчики. Колбаски захотелось. Хоть и домашняя была колбаска. Печеночную эту мы любим, я говорила, по 60 гривен. Такой кусочек небольшой. Вкусная колбаска. Кукуруза нужна мне для видео. Да тут все в основном для видео. 16 гривен, по-моему. Яйца, ну, небольшие он купил. По 12 гривен. Редиска. 5 гривен. Уже недорого, но очень неудачная. Пучок и то, видите, вот, толстая, отрезана. Вот тут было уже в столбуры пошла. Я ему говорила, вот смотри, как выбираешь, вот, тоненький хвостик, вот такая. А тут уже подрывала эти хвосты, понимаете, тут в столбуры пошла. Вот, вот, уже толстый такой. Ну, видите, не очень. А наша твердая это будет, редиска такая в столбуры. Ну, что сделаешь, такая попала. Дальше. Сметана по 15, по 35 гривен. Здесь 200 грамм на 7 гривен. Майонез 9 гривен нужен. Растительное масло пол-литра за 12 гривен. 12 гривен. Растительное масло рафинированное. Обычно, да, вот такое на разлив покупаем мы. Или же для салатов, если... пахущее. Тоже на разлив берем. Пучок укропа на 5 гривен. Такие продукты куплены. Но все равно хоть вот эта зелень-то уже дешевеет. И капуста дешевле стала. А на праздники взлетела цена сумасшедшая. Это везде так. Так что остается из всего этого готовить. Салаты и так далее и тому подобное. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!